на канале Клевая Рыбалка. Итак, всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. И сегодня у нас с мужиками снова проверка сеток на ряпушку. Сейчас вот прочистили лунку, подготовили. Сегодня минус 35 градусов. Небольшой ветерочек, 1-2 метра. Вот одна из сеток. Сейчас начнем ее проверку. Мыля пошла. Чуть не замерзла. Градусов тоже. И рыба пошла. Маленькая есть, да? А, маленькая есть. Ну, меньше, чем вчера. Чувствуется. Да, сегодня второй день массового лова. Ряпушки. Сегодня ее немножко побольше стало, чем вчера. Ну, когда дивина была, не да. Сегодня ветра в камеру поменьше, поэтому хорошо будет слышно нас. В прошлом году совсем мало было рыбы. Все были в шоке. Недоумение, почему так мало рыбы пришло. Но в этом году возобновилось массовое пришествие ряпушки. Ряпушка — это эндемик. Чуть не упустил. Так, эндемики. Эндемики тоже. Море соленое, вода в нас. Ага, и подышу. Которая в соленой воде, в морской, и также в пресной воде может нереститься в пресной воде вообще. Заходит нереститься. Заходит нереститься на реку. Живет в море. А живет в море, да. Поэтому ее эндемиком называют. Такие виды рыбу называют эндемик. О, икра. Икра вкусная, да? Икра вкусная. Соли не хватает? Да. Вот можно так вот сразу есть икру у нее. Сразу сила. Сразу. Сила. Устаешь, силы идет. Да. Силы появляются. Очень питательная. Очень много, наверное, в ней витаминов. Когда идет, закрываешь. Ой, ёлка. Да, вот когда икру выдавливаешь, нужно прикрывать маленько. Этот икрыной, этот, да? Детородный орган. Детородный орган надо прикрывать маленько. У каждого рыбака по две сетки. Да, больше не надо. Больше нельзя, потому что
этих двух сеток. Сетки у нас тоже получается по этим, да, по требованиям, по нормативам, да, так, да, скажем, да. По 20 метров сетка. И ячья на 35. Вот нас рыбачит здесь 5 человек. Ну, еще пятый, он заездом вчера был, сегодня это. Ага. И у нас 10 сеток получается. На пятерых. Надо быстро. Надо быстро делать, потому что примерзает. Рыба замерзает, ага. И все волоки какие-то тебе, а? Ломало. Пас. Сустав. На привет. Только первую сетку начали проверять, как уже устал-то. Старость не радость. Да, вот. Надо со стульчиком ходить. Еще обязательно надо на коленники пожилым людям. Да и молодым тоже надо. Внутри есть. А, внутри есть, да? Монгольский. Это, да? Это старый боец. А я ведь на коленники сегодня. Потом покажу. На коленника замерзнуть колени. Потом болеть будут суставы. Потом болезни пойдут. Суставы. Краная, поэтому да, я так. Ну и крас все пойдет. Обратно стоит. Надо заканчивать. Да?
Да, все, щепка уже закончилась. Сейчас мы ее будем опускать. Ну, все, икра. Все в икре. Так, сейчас опускаем сетку. Сетку утягивает течение под воду. Здесь нужна тоже небольшая сноровка. Сначала опускаем, так, потихоньку начинаем опускать грузила. Начинают они утягивать поплавки, получается, под воду. А потом это все дело начинает сносить течение. И сетка расправляется в воде. Здесь глубина около 15 метров. Местами больше. Вот такая технология. Где рыбаки? Как красиво. Отпускает 5-метровый берег. Вот специальное приспособление. И слава сейчас поможет. Чуть-чуть надо уменьшить. Ты вон нос положи, положи. Ну что, посмотрим, сколько мы поймали рыбы.
по сетке. Вот. На глаз. Раз, два, три, четыре, пять, пять, десять. Ну где-то 50-60 штук, наверное, есть. Нам покушать хватит. Так ведь, Алексей Егорович? На покушать хватит. И вот так надо разбрасывать, чтобы она вот замерзала в таком прямом положении. Потом удобно и людей угощать, и готовить так, и размораживать. И ложится она в мешок лучше так, в таком виде. Где борта балык? Балык. Наверное, вся рыба не тяжелая. Тяжелая, говорит Алексей Егорович. Вся рыба, наверное, говорит. Полная рыбы. Да, так и есть. Вообще полничком. Идет. Идет. Да. Начинаем трудовую рыбалку.
вот такой улов. Даже не знаю, считать ли мы не будем, наверное. Сейчас маленько раскидаем, чтобы так замерзло. А? А то улыбка латы дурает эти. О, бардянита. Ну все, на этом мы заканчиваем сегодняшний сюжет. Если вам понравился сюжет, подписывайтесь, ставьте лайки. До завтра.